Сегодня Кафиль Амиров пообщается с журналистами. Напомним, в эти выходные прокурор республики объявил о своем решении уйти в отставку в связи с выходом на пенсию. Работе в органах прокуратуры он отдал более 40 лет, 13 из них возглавлял надзорный орган республики. На пресс-конференции Кафиль Амиров расскажет, чем займется после выхода на заслуженный отдых.